Здравствуйте, мои милые друзья. Кофейный рай на сегодняшний день предлагает очень интересное устройство, которое поможет вам решить проблемы с капучино, с макиато, с латте. Наверняка у вас дома очень много всяких приспособлений или одно из них. Или аэропресс, или же мока-кофеварка, турка, наверное, есть у каждого, френч-пресс, кемикс, есть даже кофемашина и просто там чашка, в которой можно заварить там даже растворимый кофе. Каким способом можно взбить молоко? Обычно нужна кофемашина, парогенератор. Придумали очень интересное устройство. Возьмем молоко в него и нальем по риску. Вот так. Закроем крышкой и нажмем кнопку. 90 секунд. Это полторы минуты. А за это время мы приготовим кофе. Я буду делать на основе эспрессо. Пока работает машина. Разрываем и темперуем. Снимаем лишнюю температуру, как обычно. Вытираем, чтобы чистые чашки были. И включаем незамедлительно. Смотрите, как вытекает живой, свежий кофе. Вы можете готовить любым способом кофе. Главное, чтобы он был свежим, вкусным. Ну, естественно, молоко должно быть тоже самое свежим. Достаточно. Вот, видите, как поднимается. Автоматически выключился. И смотрим, что получилось. Какой густая пена. Мы можем сделать несколько вкусных капучино. Смотрите. Пожалуйста, смотрите, что мы получим. Не каждый бариста или бармен сейчас может даже сбить такую пену, как сделала эта удивительная машинка. Но, а если мы хотим горячий шоколад, то для этого нам нужно просто поменять насадку, вот эту. Меняем на простую. Возьмем порошок, какао или горячий шоколад, полуфабрикат такой, да? Засыпаем. И заливаем молоко. И здесь уже нажимаем два раза. Раз и два.